эта красивенная фиалочка была перелита. Конечно, она очень красиво расцветет, но видите, у нее есть сухие сгнившие цветы. Те, которые не опадают, но уже начали гнить, обязательно нужно отрезать, потому что когда они гниют, они выделяют абсолютно ненужные и вредные вещества, которые вредят растению. Ну и также нужно удалить все сгнившие листики. Их тут немного, два уже я удалил. Ну и вот такие вот. Ну, хотя этот можно и оставить. И еще у этой фиалки есть здесь, в этом вазоне, большая детка, которая уже цветет. И еще есть маленькая детка, ее здесь не видно. Вот это основной. Нет, это уже основной куст. Вот это цветущая детка. Вот это вот основной куст. Большие крупные цветы. Цветочки такие вот большие. Вот он, основной куст. Стоит она в вазоне. В этом контейнере прозрачном. Но он стоит в вазоне. Вазон вот такой. Вы его видели, друзья. Очень удобный. Вот такой вазон. Вы его видели, он очень удобный. Он хранит влагу. В принципе, удобно. Так что сейчас я отрежу все эти ненужные цветочки. Вот цветы, которые нужно убрать, чтобы растению не было лишнего напряга. Вот так вот просто их отрезаем. И вот этот цветочек тоже убираем. И вообще я сейчас просмотрю по всему растению, потому что это как обильно, обильно цветет. Вообще цветет потрясающе. Но уход за фиалкой нужен обязательно. И эта фиалочка была перелита. Поэтому оставим ее немножечко подсушиваться. Минус вот такого вазона, что ты не видишь, сколько там воды внутри. Вот такая чучундра. Видите, ветка сюда пошла. Тут тоже есть старые листики. Цветы, их лучше, конечно же, не обрывать, а обрезать. Вот такая вот у нас получается красавица. Всем добра.